Как накажут, если спустить колеса чужой машины? Не проколоть, не выкрутить ниппели, а именно спустить колесо, не повредив его. Я вам расскажу три судебных дела. Житель Москвы Петля, или Петля, ну фамилия такая, спустил колеса автомобилю и написал пальцем по грязи на боку авто слово «чудак». В итоге он был оштрафован мировым судьей по статье 20.1 КоАП РФ на 500 рублей. Второй пример. Житель Заволжья Вихрев обматерил свою бывшую жену, плюнул на нее и спустил колесо в ее автомобиле. В итоге он оштрафован по статье 20.1 КоАП РФ на 500 рублей. Третий пример. Житель города Дедовск Антонов ночью, будучи пьяным, матерился на всю улицу. Прибывший наряд ППС пытался его успокоить, а Антонов попытался спустить им колеса. В итоге мировой судья назначил Антонову наказание по статье 20.1 КоАП РФ в виде 2 суток ареста. А приходилось ли вам спускать колеса автохамам? Напишите комментарий.